Ничего я не делаю. Я не пытаюсь преодолеть вот это сопротивление. Я не пытаюсь преодолеть его. Я не пытаюсь бороться с ним. Вообще сохраняю вот эту, по сути, дистанцию между нами, потому что я чуть-чуть оказываюсь сбоку здесь. Этим я избавился от этого меча. Могу делать это вот так. Зависит от ситуации. Если он на меня наваливается, например, наверное, будет вот так больше, как на руку. Если он пятится, то я буду его догонять, наверное. Сначала мы делали вот так на сучье. То есть скручиваю руку, которая держит меч. Этим я прошу. Все нормально. Нормально. Допустимо. Проблема единственная, что в какой-то момент лезвие моего меча смотрит на меня. Если он передавил, мне может остаться моим же лезвием. Второй способ — вращать руку, а не вращать меч. Вот. Эта рука держит меч, эта рука как бы вращается вокруг меча. То есть, создавая ту же самую форму, как если бы вращал меч, просто без вращения меча. И тогда лезвие всегда смотрит на него. То есть я всегда защищен.